Здравствуйте, коллекционеры и просто любители моделек. Сегодня у нас в программе модель автомобиля ГАЗ-3110 от фирмы «Наш Автопром». Красивого такого ярко-красного цвета. Данная модель очень похожа на модельку известной фирмы East Models, которая популярна среди коллекционеров. Но при этом моделька сделана очень дешево. Например, тут не прокрашены молдинги, омыватели стекол и фары. Салон прокрашен в таком бежевом тоне. Сама модель очень даже красивая. А еще самое главное отличие от Иста, то что Ист дороже этой модельки на 1000 с лишним рублей. Сама модель ГАЗ-3110 стоит 250 рублей в любом магазине России. Ну, не во всех, но в магазинах. Пока что не во всех магазинах России появилась. А уж тем более в Украине. Посмотрим на дно. Здесь вот такая огромная надпись. Наш автопром ГАЗ-3110 Волга. В принципе, дно отличное. Сегодня я решил сравнить данную модель с ее почти аналогом. Вот таким. Вот такой моделькой от фирмы Автотайм. ГАЗ-31105. Черного цвета. Издалека кажется, что ГАЗ-31105 не совсем уж подходит в масштаб. Но это не так. Просто у него... Вот так вот сделаем. Просто у него чуть повыше подвеска и сами колеса. А во всем этом нежелательстве виноват вот этот проклятый игрушечный моторчик, из-за которого вот вся эта ерунда. Сзади вот они выглядят вот так вот. И в принципе ГАЗ-3105 тоже можно считать моделькой в некотором роде. Ну вот так вот. На этом наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Всем удачи. С вами была программа «Моделькин».